Торжественно отметили День Победы в Воронеже, городе воинской славы. Парад и акция «Бессмертный полк» объединили всех тех, кому дорога история родного города. Принял участие в празднике митрополит Воронежский Лискинский Сергий. День Победы – это одновременно печальный и радостный праздник, который объединяет сегодня людей самых разных взглядов и убеждений. Это всенародное торжество, которое собирает на главных улицах города и старшее, и младшее поколение. И те, кто не был лично знаком со своими воевавшими предками, могут побыть рядом с настоящими ветеранами и теми, кто сегодня посвящает свою жизнь защите Родины. 2000 военнослужащих приняли участие в параде Победы в Воронеже. Но если здесь все остальные были просто зрителями, то акция «Бессмертный полк» позволила всем желающим стать активными участниками праздника. Неся портреты своих родных бойцов, они свидетельствовали о том, что их подвиг не забыт.